necessary. Власне, по всьому стоїть, наскільки я розумію. Я власне. Ви власне пам'ятаєте, так? Так, моя фамілія Самохвал, будь поїздка. Будемо кисотку називати. Зараз про Самохвал, Пеку, Самохвал. Тому що по факту того, що сьогодні тормознули нашу роботу, оці товариші, чи Пеку, так? Надійшло повідомлення міліції, пишуть, здійснюється незаконне відмивання піску і без відповідних документів. І приїхали зафіксувати, писати це, вияснити, розібратися в ситуації, яка сможеться. Записувати. Давайте ми тоді, я так розумію, в якійсь очередності, да? Тобто ви приїхали, вас вызвали, тут є товариші, які спочатку приїхали, я хотів би розібратися. Ребята, а що там люди от сидять на, от там, от на камуфляжах? На вашій базі? Я поясню, чому вони там сидять. Вони сидять для того, щоб техніка не ходила з місця. Ну, это ваши люди, да? А вы представляете какую организацию? Антикоррупционную бюро. А можно ваше удостоверение посмотреть? Да, пожалуйста, направление. А ваши документы можно посмотреть? Да, только паспорт. Паспорт есть. Гражданин Украины. Паспорт гражданина Украины у нас тут есть. А вы предоставьте документы, что у вас есть дозвол на выдачу писка. Бюро Украины. А откуда у вас печатка державная? В Минюсте спросите. У нас была перед этим державная установка, которую мы закрыли и открыли общую общественную. А печатка у вас осталась еще так, да? Да, официально зарегистрировали на права громадской организации. А где вы находитесь? Это на Владимирской? Да, на центре. А? На сегодняшний день я на выпуск. Ну, Карпутский. Я отвечу. Олег. Не надо, не надо. У нас к вам есть вопрос. Вы можете предоставить документы на выдачу подписки? Секундочку, я вас перевел. Хорошо? Первый вопрос. Так, значит, подождите, первый вопрос. У меня так плохо со зрением памяти, я все записываю. Отлично, записываю. Так, у вас какой вопрос? А у нас, милиция, мы из Васильковской милиции, я старший службы ДСБ. И приехали на вызов, выяснили, что действительно законно они выдобываются, чем незаконно. Хотіли побачити хоча б якісь документи по тому, що здійснюється якась діяльність, на основі чого вона здійснюється. Хто власник, вона власник. А то, що от люди зараз сидять, перекрилюються, то ви вважаєте законом? Ми зараз теж туди поїдемо, будемо описувати ситуацію. Ми вже бумагу не зложили, чуть-чуть. Вугли проводиться, власник не писав. Я представлю. А що вам? Ну, вмешались в мою деятельность. Давайте так, давайте, уважаемые, давайте мы сначала выясним. Мы громадская организация. У нас поступило звернення на громадскую организацию. От местных жителей. Поступило звернення. Какая разница? Вам надо. Ну как какая разница? Звернення покажите. Ну как это? Нам подождите. Надо, да, давайте с этого начнем. Вы контролирующие органы? Нет, я вот здесь я вы обязан, приехали ко мне. Громадская организация вам предоставит звернення от громадян? Да. Нет, это звернення, я вам еще раз уточняю, да, в присутствии органа. Мне просто это звернення мы покажем. Интересно, мне это интересно, звернення, почему... Дайте я закончу разговор, но потом вы будете мне перебивать и задавать вопросы. Это звернення, если надо будет, мы покажем працівникам милиции. Вот, и, соответственно, працівникам прокуратуры. А сейчас мы хотим на права громадской организации, потому что есть у нас звернення, проверить. Да покажите нам его, пожалуйста. Лицензии. На выдобуток песку. Угу. Звернення покажите, пожалуйста. Можете мне объяснить такой вопрос? Нет, я вам задал вопрос. Вы можете мне ответить? Конечно, вам задал вопрос. А потом... Не надо отвечать мне на вопрос вопросом. Вы мне ответьте, пожалуйста. Я вам задал вопрос, как вы здесь появились. Вы сказали, что у вас было звернення. Скажите мне, пожалуйста, а почему люди не звернулись сначала в правоохранительные органы
где вы нашли ваш антикоррупционный бюро? Что значит, где нашли наше антикоррупционное бюро? Коррупционное бюро зарегистрировано в Минюсте. Оно есть на сайте. Где? Вот кто? Кто? Какие влияния? Слушайте, уважаемый, я еще раз отвечаю на ваш вопрос. Вы не задавайте мне вопрос на вопрос. Вы отвечаете на конкретно поставленный вопрос. А к вам один вопрос. Покажите, пожалуйста, документы, разрешающие вам производить добычу песка в данном регионе. Вопрос на вопрос. Есть у вас нет такие документы? Что вы имеете полномочия задавать мне такие вопросы? Еще раз вам объясняю. Ну, полномочия есть такие, на самом деле. Полномочия есть. Задать вопросы не могут. Вопрос в том, что вы отвечать можете. Не вы, отвечать, а можете вы отвечать. Вы отвечаете, да, давайте или так. Нет? Есть смотрите, у вас документы? Или нет документов? Ну, наверное, это нам первое. Надо все-таки представиться, чтобы мы не на повышенные тона не переходили. Хорошо, да? Вот теперь я хотел именно задать друг этот друга, вопрос. Мы смогли давайте нормально выслушать, да? Вот. Мы представляем организацию «Пильна справа». Абсолютно. Вот. Мы работаем по этим карьерам. Мы не только по карьерам, мы работаем и по маршрутам, там было громкое дело, постреляли наших ребят. Вот. Поэтому я думаю, мы найдем какое-то понимание. Вот. Я как бы знаю, что такое громадская организация, какие у нее полномочия, что она может делать. Да, вы можете задать вопрос, а он может на него не отвечать. Вы не имеете права. Не имеете права сейчас включать раму, требовать, дайте и дать. Вы можете официально обратиться в правоохранительные органы. Вот. И вы можете предотвратить преступление, да, вы можете перекрыть и вызвать милицию. Больше вы ничего не можете делать. Абсолютно. Поэтому, ребята, я знаю просто ситуацию от и до. Здесь вот это крышевание, наезды, переезды, там, вымогание денег, оно сейчас уже не пройдет. То есть мы взяли это под свой контроль, мы будем его абсолютно, законно, в правовом поле отрабатывать, курировать. Мы здесь очень много подлецов знаем, коррупционные схемы знаем. Поэтому будем отрабатывать. Отлично. Если хотите, мы можем с вами вместе поработать. Я тоже. Мы тоже. Но вот это, я просто вопросов знаю, я почему я вот это вот вам сказал, как бы, чтобы вы меня поняли. Потому что здесь уже вот эти вот коррупционные схемы, вот эти крышевания, они уже будут здесь искорениться. Отлично. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир Мостовой. Активно справа. Очень приятно. Вам показывают так. Бейджик мой. Покажите, если есть. Я же показал и представился официально. Вот, мой бейджик. Если отлично. Вы, конечно, ну, если можно, видите, на камеру, да, я видел такие баджики. А теперь скажите мне еще такой, Владимир, по-моему, да? Да, меня зовут Владимир. Владимир, дайте мне ответ. Ну, вы увидели в нас каких-то нарушителей? Нет, ни в коем мы случае. Мы вымогаем какие-то ни в коем деньги случае. С вашего. Ни в коем случае. Еще что-то. Я просто с вами разговариваю о том, закон. Чтобы вы давайте так. В правовом поле это давайте все слышали. Потому что любое минуты. Ваше действие, которое будет незаконно, этот человек может потом оспаривать. Вы понимаете, абсолютно в чем согласен. Дело? Да, согласен. Абсолютно поэтому согласен. Давайте как-то выработаем схему. Я просто не хочу. Я знаю, как здесь было. Здесь это называется вилка. Одни проезжают, другие потом начинают крышевать. Вот с нами, вот у нас принципиальная позиция. Вы всех подлецов будем уничтожать. Отлично. Мы делаем вот, то же самое. Можете это как бы записать. И мы делаем то же самое. Областная поэтому администрация прекрасно это предложение. Знает. И поэтому мы вот на все вот эти проблемные маршруты, проблемная карьера, мы все будем выезжать. Поэтому если у вас есть, делайте обращение. Вы можете к нам обратиться с официальным письмом. Мы будем вместе. Если вы можете, вы в правоохранительные органы обратиться. Они тоже будут. И мы вместе будем их контролировать. Их не работать. Слушай, я могу сказать, больше вы потребовать ничего не можете. Да, да, да. Нет у вас такого права, сейчас, ребят. Сейчас, и у нас давайте нет. Я как раз сейчас говорю. Да. Владимир, смотрите, у меня теперь к вам есть встречный разговор. Я вас выслушал, да? А теперь послушайте меня. Во-первых, мы свои позиции, как гражданского суспенства, и то же самое, как гражданская организация, ни в коем случае не нарушаем. У нас поступило звернение. Согласно звернению, меня приобрели. Мы приехали сюда. Увидели картину, попробовали спросить документы. Нам ответили, что никаких документов нет. Люди работают, люди. А работают. Водители, да. Водители, работники, ответили. Никаких документов они не имеют. Мы работаем на испытательном суде. После чего мы связались. Давайте я закончу. Как трудовой договор или что? Давайте я закончу, а потом вы будете задавать вопрос. Потому что нельзя в такой манере вести такой опыт. А нормально это манера, это называется диалог. Если вы не умеете диалог, у вас только монолог. Ну хорошо, я готов услышать. Мы задали вопрос, нам ответили, никаких документов нет, мы работаем на испытательном суде. Мы попросили номер телефона, нам дали номер телефона хозяина, связались с хозяином. Хозяин сказал, я ничего никому предоставлять не буду, я не знаю такой организации, кто вы такие и тому подобное. Начали поступать угрозы по телефону.
Мы предложили хозяину приехать, естественно, я с ним лично разговаривал. Я ему сказал, приезжайте сюда, хорошо, будете нас парковать, штамповать, что хотите делать, приезжайте сюда. После нескольких часов ожидания, я так понимаю, это было с 8:30 утра, сейчас уже 2 час, мы все-таки дождались хозяина. Теперь мы задаем один единственный вопрос. Предоставьте нам, если у вас есть документы, разрешающие вам производить добычу песка в данной местности. Мы развернулись, извинились и уехали. Если такого документа нет, уважаемый, еще раз повторюсь вам, это статья. И эта статья подразумевает 8 лет лишения свободы. Вот стоит представитель органов, он подтвердит мои слова. Поэтому мы задаем один единственный вопрос. Покажите, пожалуйста, в присутствии милиции, что у вас есть разрешающие документы на производение этих работ. Они есть или нет? Простой вопрос. Если они есть, мы посмотрели, извинились, развернулись, уехали. И тогда можем с вами сотрудничать. Если же нет этих документов, то тогда у нас будет вопрос к вашей организации. Почему вы занимаетесь крышеванием данного бизнеса? Причем это сейчас, чтобы вы понимали, идет в прямом эфире. Спильно ТВ, раз. Медиасотня Майдана, два. ПИК, то же самое трансляция. И завтрашний день это будет по этому поводу пресс-конференция, если мы сегодня не увидим всего остального. Все органы, в том числе и прокуратура, предупреждены об этой ситуации на сегодняшний день. Поэтому один единственный вопрос. Кроме покажите вот этого вот человека, который приехал на заверение, вот этого правоохранителя, да, не один еще приехало четверо. Есть какая-то там комиссия, какая-то выездная, их приехало четверо. А где они все? Вот один, вот второй, вон третий. Ну, а еще девушка с телекамерой, которая снимала, и она тоже уехала. Ну вы по какому? Вы по поводу выезда, выехали по поводу того, что вам вызова. Вот эти вызова. Запрещает выезжать, да, технику заблокировали? Или по какому выезжать? Или по вот этой информации? Они по нашему звернению собирают пояснения. Пока собирается только пояснение. Никто никаких уголовных дел не заводит. Уголовные дела только заведутся тогда, когда мы будем четко понимать, где документы, есть они или нет. Потому что по данным тем, которые у нас поступили из экологии, никаких документов нет. Есть документы на разбудову противопожарных хозяев. Предоставит, пускай ваш хозяин документы. Да не нас хозяин. Ну, вы же приехали защищать его. Мы не приехали защищать его. Мы приехали Если вы приехали разобраться в ситуации, тогда в вашем случае, как тоже громадской организации, смотрите, или какого-то я вас слышал, что вы как бы имеете уважение, тоже вы слушали. Во-первых, говорить о том, что это наш хозяин, это по меньшей мере некорректно, потому что я вам сказал, мы таких же подлецов, если это подлецы, мы будем наказывать. Потому что это как бы областная администрация, мы там находимся, и мы занимаемся всеми проблемными вопросами, которые находятся в области. Это и карьеры, и маршруты. Ну так довело, что мы как бы там есть, мы занимаемся не только. Это во-первых. Во-вторых, человек обратился к нам по поводу того, что уже не первая организация, которая сюда приезжает, и в итоге потом требует денег. Понимаете, что делать? Абсолютно понимаю. Вот. И поэтому вы в наших глазах выглядите как еще одни, которые приехали потребовать денег. Вот. Угу. Ну, вы как бы вы мне сказали, я вам сказал. Ну как есть, так и говорю. Как бы нет. Абсолютно. Дальше. По поводу ответить. Вот этих работяг, я думаю, что они на самом деле по поводу трудового договора имели, ну, как бы думали о том, что вы их спрашиваете, а не по поводу документов на вывозы или какие-то разработки. Мы спрашивали у них официально их трудоустройство. А что вот они ответили, говорю, что они официально не сейчас предусматривают трудовой договор на полгода. Вы знаете об этом. Да, то есть они как бы есть у них трудовой договор, ему надо даже нигде не регистрировать. Вот, они все, они повышают трудовой. Вопрос по карьерам, да, я согласен, надо посмотреть документы, разобраться. Потому что таких карьеров в Киевской области как минимум сколько? Что этим? Ну да, ну, мы знаем официально сколько. Поэтому как бы по каждому. Далеко ходить не надо, выезжайте на Одесскую трассу, там где делают дорогу, весь песок там левый. Мы приехали сюда заниматься какими-то. Просите у кого-то денег, то увидите это по реакции. Мы не просим у человека денег. Мы приехали, выяснили ситуацию. Мы приехали не просто так, мы приехали с телекамерами, все это транслируется. На самом деле телекамер я могу десяток набрать и снимать и рассказывать. Не вопрос. По сути, мы сейчас смотрим, что мы смотрим документы.
Мы смотрим документы. Все. Документы есть, вы разворачиваете, Юлия. Да? Если захотите, пишите как бы обращение, мы вместе с вами коллегиально можем заниматься рассмотрением. Абсолютно верно. Проблемы. Есть документы, вопросы. Показывайте, ну, документы, вопросы. Есть правоохранительные органы, мы отрабатываем. Нам надо посмотреть. А мы проконтролируем, конечно. Мы проконтролируем. А скажите мне, будь ласка, Володимир, а вы про цей кар'єр знаєте? Ребят, я знаю про 40 кар'єрів. Добре, я вже запитав запитання, мені треба. Конкретно про це? Да, конкретно про це? Про це ви не знали. Ні, не знаю. І ви, але ви знаєте людину, яка представилась хазяїн? Не знаєте. Ага. Добре, поки що далі, так більше в мене теж немає. Покажите, мы, если мы не правы, мы извиняемся. Я прошу, покажите документ. Мы имеем право посмотреть эти документы. Пишут заявление, мы разбираемся. Я правильно говорю, товарищ следователь? Мы имеем право посмотреть документы. Вы можете присутствовать так же, как и мы. Мы присутствуем так же, как и вы. Вот мы хотим посмотреть документы. Правильно. У вас написано расчистка, та реконструкция пожарных водоемов. Лицензия есть у вас на выдобыток песку в данном районе? Нет, так я бы же самое знаю про антикоррупционное бюро. Я думаю, на личности не стоит. Что мы робим? Не, я на личности не перекладываю. Можете сказать, что мы знаете, если вы говорите, а я могу сказать, а вот я сказал, что есть у вас какие-то. Это я могу сказать, что это грунт. Я могу сказать, что здесь еще на этом грунту был лес, который мы тоже нелегально вырезали. Не каризный, сразу все же мы не перекладываем. Для меня это. Так я еще раз говорю, то песчано-грунтово сунешь. Но здесь был лес, который вы вырезали. А теперь начали добычу песка. Вы установили, вот там вот у вас стоит механизм, который называется, как он называется? Как называется механизм? Все слушают, нет? Земный снаряд. Благодаря которому вы добываете там песок. Это не земный снаряд. А что вы делаете? Вы даже не знаете, как он технически правильно называется. Да, ну все равно, как он технически правильно называется. Это большое. Вы сейчас показываете документы, подтверждающие то, что вы имеете право устраивать противопожарные водоемы. Да. Но это не дает вам права вырезать лес. Если и это попадает в зону, и этот лес, мыть вот песочек и этим песочком торговать. Значит, элементарно, скажите, представляю. Вот это элементарно. Для выдобытку песка есть лицензия. Скажите мне, скажите. Понимаете? А вот водоем это как раз является. Скажите мне, пожалуйста. Водоем как сделать? Для этого мне есть вон площадки пустые, где нет леса. Скажите мне, пожалуйста, это лес? Вот это лес. А вот это? Это не лес. А что это? Это самосев называется. Да? Да. Значит, лес. Есть схемы, каждое дерево пронумеровано, рассчитано, измерено. Это все называется. Это самосед. Он ничей. Подождите, уважаемый, давайте. Ну, может, вы можете показать еще лицензию на то, что у вас есть дозвол на выдобыток песка? Значит, у мамы есть дозвол на будильность. Я не позволяю мне подсобный дозвол вывозить отсюда песчаную грунтовую. Все, все услышали? Да, милиция, вы услышали, что у человека есть дозвол на будильность, но не на вывоз песку. Тогда объясните, пожалуйста, зачем вы моете песок, вывозите его и продаете своими машинами и машинами, которые приходят у вас покупать этот песок? Потому что это мое право как предпринимателя. Да что вы такое говорите? А где тогда лицензия, право предпринимателя день, да, добывать песок и реализовывать? Мы на сегодняшний день, который сейчас мы будем тоже сегодняшний, мы покрасить в красный цвет. Какая статья написать за это? Ребят, значит, нету такой статьи. Номер статьи. За без лицензии выдобыток песку на дрозд земли. Назовите, пожалуйста, статью, которая позволяет данному товарищу отсидеть в тюрьме с конфискацией майна 8 лет. Да, вот вы объясните. Значит, я вам расскажу больше, чем знаете вы. Да, потому что песок – это надо, а песчаная сумеш – это не надо. У нас есть бумага, заключение, что-то есть песчаная сумеш. Я попрошу в присутствии телекамер, Олеж, возьмите, пожалуйста, пакетик и наберите, пожалуйста, вот эту песчаную сумеш, которая намыта, чтобы мы отдали в экологию на экспертизу. Для того, чтобы они подтвердили, что это песок мытый, а не песчаная сумеш. Да, Володя. И параллельно наберите еще в пакетик вот действительно песчаной сумеши, вот эту черную, которую они говорят. А вот теперь, Володя, вот дальше после этого, это тот факт, о котором мы говорили, что у человека лицензии на выдобыток нет.
дальнейшие наши действия вы увидите сегодня и в ближайшие дни. А вас, уважаемые, будут вызывать уже соответствующие органы, то есть прокуратуру. Но если бы я не встречался и не выходил аж до высшего арбитражного суда по этим вопросам, да, с этого момента, пожалуйста, я вас бы сейчас слушал бы вот так с открытым ртом, пошел говорить. А так как я через все это прошел, и я это все знаю, и я знаю, кто выдает документ на НАДРА, и как это, значит, чтобы вы знали, вот эта вся территория на сегодняшний день исследована и лежит как залежи гранитного НАДРА здесь, гранитный камень, то есть карьер. Вот здесь 2 метра под этой песчаной кромищу идет зеленый глый и идет щель. То есть в перспективе здесь будет карьер. Как вы можете на надра одни наложить надра другие, это только вы свои фантазии можете наложить. Вторых, значит, у нас в Киевской области у вас есть лицензия на добычу. Да, у нас есть, да, вот, слушайте меня, слушайте, да. Значит, вот у него есть лицензия, он по ней выдобывает. И тут потом тут вот выдобывать, когда он продлит себе территорию. На территории Васильковского района есть 2 месторождения песка. Там глубина, значит, чтобы надрами называться, нужно, чтобы по геологическим исследованиям глубина залежания песка просто была больше 24 метров. Да. Вот если вы сейчас мне здесь покажете 24 метра песка, то вы можете что-то рассказать. Во-вторых, этот песок, он должен быть и иметь идеальную чистоту, и он позволяет сразу, без всяких использований механизмов, как вот мы используем, выкористовывать его в строительстве и тому подобное. Это песчаная сумеш, ее нельзя на сегодняшний день использовать в строительстве, у нее на строительство дорог ничего. Мы сегодняшний день своим предпринимательским способностям перерабатываем его в кондицию песчаной сумеши. Вот это не песок. Вы сейчас его повезете, любая лаборатория, он скажет, ценный песок, ценный речковый песок, это песчаная сумеш после працы земснаряда. Все, мы вам расскажем. Данные зафиксировали. Вы указали в пояснении, что у человека лицензия не на добычу песка, а на добычу на будильность. Мы документы в любом случае зараз будем все ксерокопии делать. Запрашивали. Конечно. В любом случае. Отлично. Еще раз представьте, пожалуйста, для камер, кто вы, что вы, откуда вы. Я имею в виду следствие. А вы, товарищи журналисты, с какого канала? Спильна ТВ. Какой руководитель? Спильна ТВ. А можете дать телефончик, чтобы я позвонил и уточнил ваши журналистские... Запишут, а потом вы зададите свой... Журналистские ваши способности. Насколько вы там законно сюда приехали? Доском. Можете прописать. Ребята, вот это, что вы хотите сейчас делать, надо делать не вам, а милицию. Потому что, чтобы там... А тут есть телефон? А это уже не имеет значения. Вот им или милиция. Так. Они сделают это при телекамерах. Они... А милиция сделает соответствующий забор. Они должны взять это и опечатать. Потом. Уважаемый, я еще раз повторяюсь. Милиция... в данной ситуации точно так же занимается крышеванием этого бизнеса. И в данной ситуации вы как раз, получается, те, кто вот как раз и крышует этот бизнес. Потому что вы приехали защищать интересы человека, который не имеет лицензии. Я сказал, ребята... И я вам это докажу, но докажу уже в другом порядке. Поэтому мы, как громадянское суспильство, имеем право пойти, взять экземпляры этой сумеши. А вы Леру знаете, вора в законе? Как называется? Вы уже апеллируете ворами в законе. Нет, я знаю, что вы с ним знакомы. Да что вы? Да. Откуда? А кто такой Валера? У меня такая информация. Запишите, пожалуйста. Вот этот человек знает. Вора в законе, его зовут Лера. Так вот, еще раз повторяю. Для того, чтобы люди сейчас пошли и взяли песок на телекамеры, это их вопрос. Они могут взять... Это незаконно будет потом. Это можно будет ему потом... Ну, потому что это нужно взять и постоять на это печать, запломбировать, то есть опечатать. Почему? Милиции. Я вам объясняю. Ну, потом он... И потом он... Потом вас он, как зовут уже? Владимир. Потом Владимир. Он скажет, что вы взяли, после высыпали и набрали другого. Владимир, а я вас сейчас привяжу в этом. А не надо... Смотрите, пожалуйста, еще раз этот телефончик, который вы здесь указали. Она потому что они говорят, что вы там не работаете. Забор песочка, отдать его... Включить, будь ласка, на камеру, что вы звоните. Исследование. Песок это или все еще это какая-то... Я их набираю. Вот когда так, и гучный звезок еще можно. На наше официальное звернение, что это песочек, то это будет приложено точно так же в суде. Для тех, кто не понимает русской речи, я объясняю, что для того, чтобы взять и сделать эту экспертизу, надо, чтобы этот песок доехал до экспертизы, и никто потом не сказал, что это не тот песок, не отсюда. А он доедет, потому что он снимется при телекамерах и присутствует орган. Ну, высыпется там за углом, наберется другой. Зараз, вот так. Я не в том плане, что я за кого-то. Я в том плане, что если нужно все делать, то нужно делать по-правильному. Уже. Нужно взять, чтобы вы делаете отпечатать. Нет, я не делаю другое. Одно. Я говорю, я вам просто подскажу, как это делается. Так
мы сделаем это. Ну, доки, да. Милиция поставит свою печать. Я же про это же говорю. Это уже просто набрать песка и пойти куда-то. Не вопрос, ты железный заменишь. Тоже телефон это там. Они должны печатать, они должны это все. Олег! Ничего ж мне перепутать. Олег! 127-80. Идите, берите песок под камеру.